Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня необычный такой ролик я выпущу только для сообщения. На всякий случай, если меня заблокируют, то есть YouTube отключат, то если кто желает быть со мной дальше, я все равно буду продолжать снимать, что у нас будет в хозяйстве, а что будет у нас нового. Все это буду рассказывать и показывать все свои деревенские секреты. Ну, ситуация такая, как она сейчас идет. Будем стараться жить дальше. Просто хочу вам сообщить, что у меня есть страничка в Дзене. И там я подписана как Ирина Лазарева. Если кто желает, можете переходить туда. Если вот сейчас этот ролик вы увидите, то это будет за счастье. То есть никто уже не может нигде выходить. Уже несколько каналов заблокировали, поэтому на всякий случай, если кто хочет, повторюсь, быть со мной дальше, можете переходить туда. Ну, а вам всем хорошего, ой, не знаю даже, как вам что и пожелать. Мира, конечно, сейчас самое главное для нас, чтобы ничего не было. Мира, мира и мира. Здоровья и всего хорошего. До свидания.